Сегодня у экономистов профессиональный праздник. Так сложилось исторически. Несмотря на то, что официально уже 3 года его отмечают 8 сентября, эту дату никто не забывает. Помнят о ней и в Сибирском федеральном университете, в котором ежегодно выпускают несколько сотен экономистов. Рецепт успешной подготовки кадров от современного вуза прямо сейчас. Желание получить одну из так называемых модных профессий приводит специалистов после учебы в центры занятости. Но экономист экономисту рознь, уверена кандидат экономических наук Евгения Бухарова. Многое определяет диплом. Действительно, хороших специалистов работодатели разбирают с руками и ногами. Так сегодня в СФУ экономическим специальностям обучают в 3 институтах. Это торгово-экономический, управление и природопользование и институт по управлению бизнес-процессами экономики. В каждом вузе готовят свои кадры. Причем, как говорят преподаватели, основной упор делают на современные тенденции. По международным программам мы предусматриваем обязательные стажировки на старших курсах студентов в зарубежных вузах и зарубежных компаниях. И чтобы приучить их и дать компетенции работы в реальном секторе. Уже сегодня с пакетом документов выпускники штурмуют приемные комиссии. Лиза рассказывает, еще в 10 классе решила, что будет поступать именно на эконом. И не потому, что это престижно, а потому, что знает, на рынке труда эта профессия будет всегда востребована. Я буду поступать на экономическую безопасность. Я после окончания института смогу работать как в государственных структурах, так и в обычных, например, банках, офисах. Мне кажется, что это очень оптимальный вариант. По данным мониторинга Министерства образования и науки Российской Федерации, работодатели охотнее трудоустраивают специалистов именно с дипломом СФУ. Доктор экономических наук Юрий Александров говорит, ничего удивительного. Я всегда, когда встречаю выпускников, спрашиваю, первое, скажи, пожалуйста, а тебе хватает знаний, которые ты получил в УЗИ? Второй вопрос, а как ты выглядишь на фоне выпуска твоих коллег, но которые закончили другие вузы? И исходя из этого, я понимаю, место наших выпускников в реальной жизни. В списке звездных выпускников, которые в свое время заканчивали факультет экономики в Сибирском федеральном, Вадим Медведев, ныне мэр Железногорска, и Михаил Котюков, на данный момент является руководителем Федерального агентства научных организаций. Конечно, это далеко не весь перечень, но факт остается фактом. Выпускники СФУ востребованы широко за пределами Красноярска. Мария Терехина, Сергей Раков, 7 канал.